So the first step in showing that a proposition is true is to clarify exactly what the issue is and to clarify what has to be proved in order to defend it. А потому первый шаг во всякой защите, во всяком обосновании заключается в том, чтобы понять суть вопроса и определить стратегию ответа на этот вопрос. Once you've done that, then you're ready to start producing arguments and evidences. И только после этого мы готовы к тому, чтобы представлять собеседнику аргументы и доказательства. But here again, we can't just start throwing out arguments and evidences that we're aware of and hope that they will be convincing. Но и здесь нельзя просто стрелять в воздух, забрасывать собеседника всеми возможными аргументами и доказательствами, надеясь, что хотя бы одно из них, чтобы хотя бы одно из них его убедит. Usually people tend to think in terms of how many arguments and evidences would it take to prove something. Зачастую люди говорят или рассуждают в таких категориях. Ну вот какое количество аргументации необходимо, чтобы кого-то убедить? How much to prove the resurrection? Сколько надо аргументов, чтобы доказать воскресение? How much to prove that Jesus actually walked on water? Сколько необходимо доказательств, чтобы доказать, что Иисус действительно ходил по воде? How much to prove that Christianity as a whole is true? Какое количество доказательств будет достаточным для того, чтобы показать истинность христианства в целом? The assumption in each of these cases is that there is a certain number of arguments which, if I produce them, the non-believer has to be convinced. Все эти вопросы основаны на предположении, что есть некое число аргументов, есть некое количество доказательств, которые будут способны обратить неверующего в веру. Если я их скажу, если я их все перечислю, то неверующий обязательно уверует. Sadly, there are many Christians, as well as non-Christians, who think that the amount of arguments is the key. К сожалению, многие христиане, да и многие нехристиане, считают, что в споре побеждают количеством аргументов. And Christians start raising arguments and evidences left and right. Потому и начинаем мы засыпать противника аргументами. And after they presented a certain amount of evidence, they think, ah, I've made my case. Насыпали некую горку аргументов и думают, ну все, доказал. The non-believer should see it, and if he doesn't, there's just something wrong with him. Уж точно, теперь неверующий все поймет. А если не понимает, то хуже неверующему. But class, I want to suggest to you something very different. Знаете, я бы хотел вам представить совершенно другой подход. The key in making a case for the truth or the falsity of any given proposition is not the quantity of evidence you produce. Истинность или ложность того или иного утверждения доказывается не количеством представленных вами аргументов. The key is, if I may refer to it this way, the quality of the evidence that's produced. Истинность утверждения доказывается качеством представляемых аргументов. By quality of evidence, I mean the types of arguments you use and how you use them. Под качеством я понимаю категории аргументов, типы аргументов и ваше умение ими пользоваться. Well, you may be thinking, I don't have a clue as to what this idea of quality of argument and evidence means. Вы скажете, качество аргументов? Никогда такого не слышал. О чем вообще речь? So let me help you out. Ну, сейчас услышите. As the apologist begins to think through his or her defense, there are three basic questions and concerns that should be in the forefront of their mind. Приступая к своей работе, апологет задается тремя вопросами. Его заботят три момента. The very first thing that you have to look for in considering an argument or evidence is whether or not the argument
or the evidence is true. Прежде всего, анализируя тот или иной аргумент, то или иное доказательство, мы задаемся вопросом, можно ли признать этот аргумент или это доказательство истинным. If the non-believer challenges some aspect of our faith, and we respond with huge amounts of arguments and evidences, but it turns out that those arguments and evidences are false, we're not going to get too far. Понимаете, когда в ответ на возражение неверующего мы приводим кучу доказательств, кучу аргументов, но эти аргументы рассыпаются, эти аргументы сами по себе оказываются ложными, мы этим ничего не добьемся. Somewhere around down the road, our friend, after initially being overwhelmed by all the information we're giving him, will wonder, why should I believe this? Because they're not giving me things that are factually true. Может быть, вначале наш собеседник и будет поражен просто количеством свалившейся на него информации. Но затем он обязательно подумает, и он задастся вопросом, а какой мне смысл верить, почему я должен верить в эти аргументы, если невооруженным глазом видна их ошибочность? Even if the non-believer doesn't challenge us about the truthfulness of our arguments and evidences, we need to think about that. Даже если неверующий собеседник не будет оспаривать наши аргументы, наши доказательства, все равно об их истинности следует задуматься с самого начала. It's important to hold the truth, but it's equally important to hold it for the right reasons and arguments. Да, очень важно стоять в истине, но очень важно также правильно понимать, почему мы стоим в этой истине. If I get you to agree with me by presenting all sorts of arguments, that may satisfy my ego that I've won the debate. Допустим, я с вами спорю, привожу кучу всяких аргументов, и в конце концов я вас переспорил, я вас убедил. Да, конечно, мне это приятно. Вот какой молодец. But if in fact I have used false information, either intentionally or unknowingly, eventually someone's going to figure that out. Но если я вас обманываю, понимаю я этого или нет, это или нет, неважно. Если я вас обманываю, если я представил вам неверную информацию, рано или поздно кто-то это поймет. And when they figure that out, they're going to wonder whether I have been deceiving them when I made my case, or whether I just simply was ignorant and uninformed of the truth. А поняв это, собеседник задумается и над следующим вопросом. Вот я его обманывал случайно, по собственной наивности, или преднамеренно, искажая истину в угоду моим убеждениям? If I knew that arguments and evidences were false or pretty poor, but used them anyway, then that speaks pretty badly of my moral character. I tried to deceive people. Если я знаю, что тот или иной аргумент ложен, что тот или иной аргумент не выдерживает критики, не соответствует действительности, и все равно использую его, то как это свидетельствует о моем нравстве, о моем нравственном состоянии? If I presented these false arguments and wrong evidences because I just wasn't aware that they were false, then I don't have a right to believe what I do. And people who see that will think that I don't know what I'm talking about, and they'll reject the truth of what I'm defending. А с другой стороны, если я представляю ложные аргументы просто по наивности, по незнанию, то есть я не в курсе, что они ложные, я считаю их истинными, и потом выясняется, что эти аргументы ложны, тогда получается, что я вообще не имею права верить в то, во что верю. У меня не остается истинных оснований. Я верю, потому что введен в заблуждение. So, always ask yourself of any argument and evidence, is it true? Поэтому, получив какое-либо доказательство, услышав какой-либо аргумент, задавайтесь вопросом, это истинный аргумент, это истинное доказательство. Regardless of how you answer that question,
Ask yourself immediately, how do I know? И независимо от того, к какому ответу вы пришли, задавайте себе следующий вопрос. Откуда я это знаю? Почему я так решил? If you conclude that the argument or the evidence that you've presented is true, you still need to be able to explain why you know it's true. Например, если вы решили, что представленный аргумент, представленное доказательство истина, вам все равно нужно знать, почему оно истина. And at this point, I think we have to be very honest about the arguments that we are thinking of using. И тут нам нужно честно посмотреть и честно оценить те аргументы, те доказательства, которые собираемся использовать. We have to be rigorous enough in our thinking so that we don't just accept anything because it's comfortable. В нашем мышлении мы должны быть четкими и последовательными. Не принимать ничего, просто потому что это удобно. So subject your arguments to objections and see if you're able to answer those objections. Поэтому, собираясь представить аргументы, подумайте, как вам могут возразить и как вы будете на эти возражения отвечать. If you're not able to convince yourself that the argument or evidence is true, you're surely not likely to convince the non-believer. Понимаете, если вы сами не верите в истинность представляемого вами аргумента или доказательства, то другой человек тоже не поверит. So when I talk about the quality of argument, the first thing that goes into that is that our arguments are true, and we could show that they're true if we had to. Итак, первая составляющая понятия качества аргументов – это их истинность. Можем ли мы доказать или показать, что эти аргументы истинны? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. But there's more to getting the right quality of argument than just that the arguments and evidences are true. Но истинностью не исчерпывается понятие качества аргументов. So after we ask whether it's true or false, we next need to ask ourselves, is it relevant? Первый вопрос – истинен аргумент или ложен? Второй вопрос – релевантен ли данный аргумент, или по-простому, относится ли он к делу? Relevant to what? К чему? К какому делу? Well, relevant to the point in the defense that I'm trying to undergird with evidence. Да к тому, что мы с вами, собственно, пытаемся доказать. Now, it may be that the argument that you present is true. Потому что может быть совершенно истинный, правильный, верный аргумент, but it is irrelevant to the point under contention. Который никакого отношения при этом не имеет к спорному вопросу. Let me give you an example. Приведу пример. Sometimes when people defend the resurrection of Christ, they start out by making a case that Jesus really died. Некоторые, начиная объяснять и обосновывать воскресение Иисуса Христа, сначала объясняют и обосновывают, что Иисус действительно умер. Obviously, if Christ didn't actually die, then even though the tomb was empty on Easter morning, that wouldn't mean he rose from the dead. Потому что, ну, очевидно, что если Христос не умирал, то и пустая гробница воскресным утром ничего не доказывает. Ниоткуда ему было воскресать, если он не умирал. So we do need to be sure in defending the resurrection that we prove that Jesus Christ actually was dead. Значит, защищая, обосновывая воскресение, нам действительно нужно сначала доказать, что Иисус умирал. Suppose somebody presented an argument like the one I'm going to in a moment to the effect that Christ really died on the cross. Теперь представьте себе, что вы слышите от собеседника, христианина, вот такие доказательства, которые я вам сейчас приведу, в пользу того, что Христос действительно умер на кресте.
Suppose someone said, we know that Christ really died on the cross because when Easter morning came, the women went to the right tomb and it was empty. Доказательство или аргумент вот какой. Да, мы можем быть уверены в том, что Иисус действительно умер на кресте, потому что воскресным утром женщины знали, к какой гробнице им идти, и все же нашли эту гробницу пустой. If there was any question about whether the women got the identification of the place correct, well, the angels also said that it was the right tomb. Ну, а если уж женщины перепутали гробницу, то уж ангелы ее точно не перепутали. And just for good measure, if you still doubt that they went to the right tomb, surely Joseph of Arimathea, who owned the tomb, would know where his own tomb was. Ну и чтобы уж дополнить, если вы все же сомневаетесь и думаете, и полагаете, будто женщины перепутали могилу, а хозяин гробницы Иосиф Аримафейский уж точно знал, какой, где находится его гробница. So, there's really no question of whether Jesus actually died on the cross. Значит, мы четко и без всяких, без всяких возражений доказали, что Христос действительно умер на кресте. Now, let's stop and let me ask you a question. А теперь давайте задумаемся, и я задам вам такой вопрос. All of the information that I just gave about why we know everyone went to the right tomb, are those arguments true or false? Я вам только что изложил информацию, позволяющую нам предположить, что все участники этих событий пришли к той самой гробнице, они не перепутали гробницу. Вот эта информация истинная или ложная? True. True. Да, истинная. How do you know? Откуда вы это знаете? From the Bible. From the Bible, right. Из Библии. And we're assuming for the sake of the discussion that we've already proved the reliability of the Gospels. И, кстати, в данный момент для нашей дискуссии мы предполагаем, что мы уже доказали достоверность Евангелия. So that gives us reason to think that this information is true. У нас есть все основания полагать, что эта информация истина. But now I ask you the second question. А теперь второй вопрос. Does any of this information that we've just talked about prove anything about whether Christ actually died? Только что изложенная информация, доказывает ли она, что Иисус действительно умер на кресте? No. No. Why not? Not? Нет. Почему же нет? How do you know? Почему нет? Почему так решили? You're right, but... Вы правы, не доказывает. Вы только объясните, почему. Начинать не с гробницы, а because вообще, not... был ли он там вообще. Because you're not supposed to start with they came to the right tomb, but whether he was actually in that tomb. И начинать с распятия, со свидетельства о распятии, аргументацию приводить, что он был умер на кресте. Okay, that's good. Хорошо. But remember what we're trying to prove at the earliest stage of the discussion. We're trying to prove that Jesus was actually dead. Но давайте не забывать о том, что мы хотим, собственно, доказать. Мы хотим доказать, что Иисус Христос действительно был мертв. Does the information about going to the right tomb prove that he actually died? Вот то, что они пришли к той гробнице, к нужной гробнице, доказывает ли, что он действительно умер? Not really. Нет. I mean, he might be there, but he might have just swooned on the cross and not actually died. То есть, возможно, он действительно был в этой гробнице, но на кресте он просто упал в обморок, а не умер. And then in the coolness of the tomb, he revived and resuscitated, and he left the tomb, and Easter Sunday morning, the tomb was empty, and people thought he rose. Но прохлада гробницы привела его в чувство. Он проснулся, пришел в себя, вышел из гробницы, а люди в воскресенье решили, что он воскрес, потому что гробница была пуста.
So the fact that people knew where the right tomb was and that we can present evidence to that effect doesn't prove anything about whether he really died. Да, люди знали, где находится его гробница. Это мы можем доказать и аргументировать, но это не доказывает, что Христос действительно умирал. Do you see why it's so important not only to ask whether our arguments are true, but also to ask whether they are relevant? Видите, как важно показать не только, что наши аргументы истины, а то, что они относятся к делу. It is easy enough to produce loads and loads of true argument and evidence and still have our friend puzzled by what we've said. Легко может получиться так, что мы представим просто кучу истинных аргументов, а человек все равно не убедится. He or she will be puzzled simply because they can't figure out how the information that we've offered proves what we're trying to prove. У собеседника так и останутся вопросы. Он никак не поймет, какое отношение представленная нами информация имеет к его вопросу. So we must ask ourselves, is it true? But we also must ask ourselves, is it relevant? And we have to ask, how do I know these things? Потому и нам нужно спрашивать себя не только, истинно ли это доказательство, но и относится ли это доказательство к делу. Here, as in the case of whether the proposition, the evidence, the argument we present is true, in the case of is it relevant, be hard on yourself as you examine the argument you produce. И вот, собираясь представить доказательства, будьте честны перед собой. Разбирайтесь не только с вопросом истинности этих доказательств, но и с тем, относятся ли эти доказательства к делу. If you're not sure that the argument and evidence is relevant, your non-believing friend probably isn't going to be convinced either. Если вы не уверены, что относится, то, скорее всего, ваш собеседник также испытает неуверенность. Well, there's one further thing that needs to be looked for in determining whether I have the right quality of evidence before me. Есть и еще одна составляющая качества представляемых нами аргументов. And that third thing is that I must ask, how much have I proved? Эту третью составляющую можно выразить вопросом: сколько я доказал? Maybe my argument and evidence is true. Может быть, я представил истинное доказательство. And maybe it is relevant to the topic in question. И, возможно, оно относится к разбираемому вопросу. But maybe it doesn't prove very much. Но при этом мало что доказывает. I need to ask myself, how much have I proved? And then I need to ask myself, how do I know that? Так что и нужно спрашивать себя, сколько же, собственно, я доказал, каков объем этого доказательства и откуда я это знаю? Now this is very important step in the process of structuring an argument in favor of something. В процессе структурирования нашей защиты этот шаг очень важен. You see, if our mindset is to think only in terms of a certain number of arguments that I need to make, then I might present a number of arguments which don't really prove the main thing that needs to be proved. Вы понимаете, если я стремлюсь переспорить собеседника, убедить собеседника числом, количеством аргументов, то эти аргументы могут оказаться слабыми. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.